по Смольной улице. Брали ограждение здесь. Зачем? Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Здесь здание Росбанка. А это очень секретное заведение. Достоверных данных о том, что это такое, нет. Видите, вот этот проезд, когда я еще был маленьким, там можно было по нему пройти, а потом его перекрыл. То ли этот банк, то ли те, кто до этого банка это здание занимал. Немножко неудобно здесь ходить, потому что столбы прямо на проезжей, на тротуаре. Фасад немножко отремонтировали. Осторожно, здесь поставили камеру. Фикс прайс, аптека недорогая и дорогая аптека. И почему-то Сбербанк убрал банкомат. Здесь слева 167-я школа имени маршала Поварова. Хозяйственный магазинчик. Очередная замена бордюров идет. А здесь гаражи старые тоже, 60-х годов. Вот эти старые тоже дома 60-х годов. Там детский садик. Вот дальше будет справа химчистка Диана. Там строится в рамках ТПУ Ховрино здание. Ходит 58-й троллейбус, правда большинство из него высаживаются на перекрестке Смольной и Беломорской улиц. Ну, кстати, реклама Бунимовича осталась, который выиграл у Михаила Балыхина, у которого отец депутат Единорос. Винные всякие, водочные магазины, автосервис, автомойка с немного хамоватым персоналом, ну таким простоватым. Вот дальше университет, который сейчас перешел к высшей школе экономики, и, по-моему, там сейчас не работает. Здесь меняют бордюры. На этом наша экскурсия заканчивается.